кто влюблен или кто ищет большой и пламенный привет. В эфире тема «Любовь. Куда же мы без нее?» И, конечно же, без меня, бессменной ведущей. Меня зовут Лена Воска. Сегодня мы постараемся дойти до самой сути этого пламенного чувства. Вы знаете, чем похож Ярослав Малый на меня? Не догадываетесь? Хорошо, не буду вас томить. Просто он такой же романтик, только мужчина и вуайерист. В смысле, у него очень хорошее воображение. Вот он поет: «Представляй себе, все сбывается, если ты идешь за мечтой. Это может быть, если веришь ты. Все у нас в руках». Я верю Ярославу, я верю в любовь и ощущение влюбленности. Меня не покидает никогда. Поверьте, и вы. Группа «Токио» обещает, что будет с нами вместе всегда. Порой нам так хочется любить, любить всех и вся. Часто мы знаем, что объекты нашей любви ее недостойны, но это как грипп. Им надо переболеть, чтобы выработался иммунитет. А пока мы находимся с температурой и больным горлом, мы больше всего уязвимы. Люди начинают отрывать кусочки нашего сердца, выбрасывать их за ненадобностью. И главное, чтобы рядом оказался человек, вовремя вас остановивший. Не разбрасывайтесь чувствами, а чуть-чуть подождите. У группы «Китай» похожий взгляд на чувства. 4-е место. Все мы ходим под Богом. Чувство – это тоже некий Божий дар. Но рассказчиком про это волшебное чувство может быть кто угодно. Но кто может рассказать о любви лучше, чем Валерий Меладзе? Каждый клип этого артиста заставляет прочувствовать историю любви. То же самое случилось и с клипом на песню «Небеса». Подарок судьбы в виде Лизы Боярской оказался и подарком для поклонников самого певца. Романтичная история, пронизанная страстью и любовью. Больше похоже на маленький фильм. Впрочем, не буду тратить время, предлагаю устроиться поудобнее и просто посмотреть «Небеса». Любовь для Димы Билана – настоящее наваждение, необъяснимое и непонятное. Она ему в лицо смеется, а ему нипочем. Даже пузыри жевательной резинки не пугают его остатками на своем лице. Она ему выпивкой в лицо, а он и рад стараться. Кто заколдовал Диму Билана? Или просто ему нравится мучиться? Мужчины, обернитесь вокруг. Если вам не везет с женщиной, это не значит, что психически неуравновешенные персонажи – норма. Есть еще и приличные, добрые фильмы. В хорошем смысле этого слова. Просто я уже так устала от подобных девушек из клипа. Хочется наблюдать и радоваться за нормальными отношениями. Предлагаю сделать паузу. Любимая реклама на телеканале РУ-ТВ. Любовь – это такая болезнь, которая постоянно требует постельного режима. Иногда хочется жестко, иногда помягче, а иногда вообще никак. Эти ребята, видимо, уже так натусовались, что хочется сделать небольшую паузу. Наконец-то! И у нас, у слабого пола появилась возможность увидеть таких мужчин, которые требуют у нас любви, настоящей и чистой. Трио Quest Pistols на 1-м месте. К сожалению, наша тема подошла к концу. Большое видится на расстоянии, и нередко чувства нужно подвергать проверке временем. Наша пауза в отношениях будет недолгой, и мы увидимся с вами совсем, совсем скоро, но уже с новой темой. С вами была Лена Воска. До новых любимых встреч!